Друзья, всем привет! Хочу вам показать и заодно спросить, это вандализм ради наживы или техническая необходимость? Я думаю, вы уже заметили, куда я вам показываю. Кто заметил, сразу пишите в комментариях, о чем я говорю. Ну и что я хочу показать, видите, люк, крючок, мы его называем. Это запорное устройство по техническому, да? И вот на люке, вот такая вот, на люку такой вот выступ. То есть куда заходит это запорное устройство, видите? И он обрезан, как видимо. И вот так вот по всему периметру вагона. То есть вот видно. Смотри, как тут сильно вырезано. А тут аж вообще. Видите? Ну, я вам покажу сейчас на другом вагоне, как бы оно выглядело целиком. Вот другой вагон, такой же самый, такие самые люка. И вот, ну вот оно вот так вот, вот да, выходит. Вот. И тут бы так же само выходило бы, вот в этом вагоне. Но тут почему-то срезано. То есть, если бы даже оно выходило, то ничего страшного не было. Так вот, друзья, напрашивается вопрос, это сделано для ради наживы или техническая необходимость? Я понимаю, что есть люка, которые не подходят к некоторым вагонам. То есть кузова немного отличаются и люка немного изменены. Ну, то есть да, любой люк не подставишь под любой вагон. Там нужно тоже смотреть, чтобы люка подходили. То есть они тоже бывают разными. Но в данном случае тут просто обрезали, даже если люк не от этого вагона. Чтобы, ну, выпирало бы чуть-чуть, ничего страшного. Тут, видите, пообрезали. То есть, видите, вот... Это уже срезает. Для того, чтобы... То есть, я думаю, срезать для того, чтобы в металлолом. Просто в металлолом срезали. Если по чуть-чуть пообрезать, то это 100 килограмм. С обоих сторон. С обеих сторон. Вот. Ну вот, вот видите, там следующие вагоны, так же самое, все нормальные люки, а тут вот именно, видите, пообрезали. То есть, видите, вот такое тоже процветает. Воровство или вандализм, как хотите это называйте, ну, видите, такое тоже есть. А вот так выглядят. Видите, вот это вот должно быть вот такое, вот видите, вот такое, вот, ну вот полностью, если оно, то есть вот видите, в том вагоне он дальше, он идут, то есть, ну а тут срезано, то есть вот такое, друзья, тоже попадается. Лорик, ты такие вагоны встречал еще? Да. Ну, то есть это не первый вагон, что вот так срезают. Ну, видно, уже давно, конечно, срезано, уже ржавое, но... Видимо, где-то этим занимаются. Таких люков больше шансов выпасть. Да, и вот когда вот так, даже если они обрезали, то смотрите, уже на краю висит. А когда люк ломается, я вам показывал, там где-нибудь там посередине, он вот так вот провисает, и получается зацепление выходит. Вот это запорное устройство выходит зацепление, вот, и он может просто, ну, выпасть. Поэтому могут и люки открываться вот на ходу. А зарезом срезаны. Ну да, то есть электросварка, конечно, это было бы долго и нудно. Это по-любому срезали газорезкой. И не случайный прохожий. Да, ну вот просто, вот, видите, портят просто. И, друзья, что я хочу вам еще показать. Смотрите, самодельные отверстия сделаны. То есть, чтобы со стороны было не узнать. Вот видите. Видите, как там, видите, отверстия тоже есть во всех. И тут как бы это все заводское, но это далеко не так. Все, друзья, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайк. До свидания.